Добрый день. С вами Резван Хасян Софиевич, ГБУ «Истоки», инструктор по шахматам. На прошлом занятии мы с вами рассматривали очень важную тему в пешем окончании, как правило квадрата. Сегодня мы перейдем к не менее важной теме в пешем окончании, как прорыв. Пешечный прорыв часто встречается в турнирной практике. И характеризуется, как правило, жертвами одной или двух пешек с целью освободить дорогу одной из пешек. Но очень важно во время игры посмотреть на ситуацию в своей партии и увидеть возможность провести пешечный прорыв. Пешечный прорыв характеризуется, как правило, тремя обстоятельствами. Друзья, рассмотрим первую позицию. У нас белые король А1, пешки F5, G5 и H5, черные король А3, черные пешки F7, G7, H7. Преимущество белых в чем заключается? Что они, пешки белых, ближе расположены к полю превращения. И это дает возможность провести одну из пешек в ферзи. Белые делают ход, самый сильный в этой позиции, G6. Черные, если берут пешку HG, белые жертвуют вторую пешку F6. Если черные берут пешку F6, белая пешка беспрепятственно идет в ферзи. Друзья, рассмотрим другую позицию. Значит, говорю вам расстановку фигур. Белые король G1, белые пешки A5, B4, C4, D5 и черные король H3, черные пешки H6, B7, C7. D6 и G2. Здесь, в этой позиции, белые пешки менее приближены к восьмой горизонтали, но белым все же удается сделать пешечный прорыв. Значит, белые ходят. B5, самый сильный ход в этой позиции. Король G4. C5. Король F5, B6, черные берут пешку CB, C6. Если черные берут пешку C6, то белые беспрепятственно берут пешку в B6 и проходят в ферзи. И тем более одерживают победу, пешка проходит в ферзи, и партия выиграна. Рассмотрим третью позицию. Значит, белые король F6, белые пешки A4, B5, C4 и черные король E4 и черные пешки A7, B6 и H6. В этой позиции белым тоже удается сделать пешечный прорыв. Значит, белые ходят C5. Черные берут пешечку. Так, белые продолжают А5. Король D5. Пешка продолжает идти вперед А6. Король d6, и здесь вот жертвуется пешка b6, и черным ничего не остается делать. Если они берут пешку, то белая пешка беспрепятственно идет в ферзи, и партия выиграна.